Жительницы поселка Радица-Крыловка первые смогли пообщаться с главой горадминистрации. Вопросов и проблемных тем накопилось много. Среди них отсутствие водопровода на улице энтузиастов. Людям приходится брать воду с соседних улиц или даже привозить из Брянска. Вячеслав Тулупов пообещал обсудить эту ситуацию с Брянским водоканалом, чтобы определить технические возможности по повышению давления в действующей сети водоснабжения. Тогда можно будет и улучшить общую ситуацию с водоснабжением в Радице-Крыловке и вести разговор о прокладке водопровода на улице энтузиастов. Жители поселка также выразили недовольство работой своей местной администрации. За 10 лет в Радице-Крыловке сменилось 6 поселковых руководителей. Но взаимопонимание с жителями так никто и не нашел. То, что касается администрации Радице-Крыловки, мною подписано постановление сегодня с 25 декабря. Уже внесены изменения в штатное расписание администрации Бежецкого района. Вот. И должность главы администрации поселка Радица-Крыловка упраздняется. Теперь в Радице-Крыловке будет отдел Бежецкой районной администрации по работе с населением поселка. На место по поручению Вячеслава Тулупова приедет руководитель Бежицы. Ему жители поселка должны будут предложить активных людей, которые смогут заниматься делами во вновь созданном отделе при Бежецкой администрации. Елена Смирнова при содействии пресс-службы Брянской городской администрации. События, Брянск.